Гидравлические испытания – один из основных видов работ, которые проходят в городе во время подготовки к отопительному сезону. Они позволяют проверить состояние теплосетей, чтобы надежно обеспечивать самарцев горячей водой в течение года. Сейчас в городе подошла к концу опрессовка сетей центральной отопительной котельной. Вскоре к жителям трех районов Самары вернется горячее водоснабжение. В дальнейшем ресурсоснабжающие организации продолжат гидравлические испытания в Ленинском, Самарском, частично железнодорожном и Октябрьском районах города. Первый вывод Самарской ТЭЦ испытали – гидравлические испытания пошли, значит, сегодня мы испытали центральную отопительную котельную, значит, здесь сети, и дальше идет привокзальная котельная. Потом будет ГРЭС. Ну, ГРЭС в основном тут двухтрубка в данной ситуации, поэтому тут может быть немножко по-другому. Несмотря на то, что частично гидравлические испытания в Октябрьском районе завершились, его снова включили в перечень подготовки к отопительному сезону. Связано это с тем, что часть района получает горячую воду от центральной ТЭЦ, это 260 домов. А сейчас ресурсоснабжающая организация начнет гидравлические испытания на Самарской ГРЭС. Они продлятся до 21 июня. В связи с этим первый вице-мэр Владимир Василенко поручил главам районных администраций активнее информировать жителей, чтобы минимизировать количество жалоб от самарцев и избежать неразберихи из-за отсутствия горячего водоснабжения. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании в мэрии. В администрации каналов связи с населением очень много, помимо соцсетей, это и СМИ, это и оперативный дежурный, который у нас 24/7 отвечает на звонки жителей. Ему мы тоже информацию о том, как обстоят дела с подключением горячего водоснабжения, доведем, чтобы у него была информация, что отвечать людям по тому или иному вопросу. Специалисты профильных служб отмечают, что после подключения домов к горячей воде требуется несколько часов, чтобы она прогрелась до положенных 68-72 градусов. Напомним, помимо гидравлических испытаний, по всей Самаре активно перевооружают теплотрассы и готовят систему к предстоящим холодам. В этом году в городе обновят 12 участков теплосетей, в том числе по улицам Рабочей, Ташкентской, Металлистов и Молодогвардейской. Особое внимание в этом сезоне уделяют Куйбышевскому району. Там проходит строительство двух новых котельных. Максим Магомедов, Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.